Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Какой смысл сейчас чистить площадку, если, блядь, никто не играет в баскетбол, и снег все равно идет всегда. Каждый божий день он чистит площадку. Он собака. Мне нравится, что он чистит, чистит, и пока он с одной стороны очистит, с другой стороны уже опять снег, блядь, навалит, и он, блядь, опять уже с другой стороны начинает очищать. Мне скучно. А вот студийка. Студичка. Никак мне не достроится. Вот я. Как дела? Что купить? Оль, купи что-нибудь. Купи пончиков, ну, обычных пончиков, которые, блядь, ну, ты поняла, которые люди едят. Как поднять бабла, не знаю. Всем доброе утро. Как вам трек, который вышел сегодня? Пора худеть? Не, это кажется, я худой. Это просто пачка немножко с утра еще опухшая. Я так снизу еще снимаю. Сейчас я как-нибудь сяду, чтобы вы думали, что я нормальный. Нормальный трек, да, про любовь, но... Да хуя автотюна. На самом деле я согласен с теми, кто пишет, что много автотюна. Многовато. Бля, я не помню, я положил сахар или нет. Марик, привет. Друг, ты как? Папа, я уже папа. Понятно. Хату покажи, говорит. Сейчас. Покажу хату, конечно. Не делать нехуй. Вообще, на самом деле, правда, делать нехуй. Даже в эфир решил выйти в прямой. С таким ебальником. Авиарежим. Авиарежим уже, скорее всего... На альбоме будет. Сейчас не будет авиарежима. С Яной отлично все. Третьего ребенка ждем. Сиди, сиди. Как вас поставить-то, блядь? Привет, Ара. Ара, я написал Блинову, он молчит пока. Бля, он все чистит площадку. Такое ощущение, что я собираюсь сейчас идти в баскетбол играть, блядь. Он чистит, чистит. Надо ему сказать, что восстановился. Очки. Да, очки обычные для зрения.
спасибо за тем, за отзывы по треку с Мари. Она молодец. Ара, на, смотри. Я же показывал только что. Вон он там хуя где-то чистит. Он Гуччи ходит. Постарел. Постарел, конечно. Концерт в Москве будет в Подмосковье 23 февраля в Истре, по-моему. В Истре, да, будет концерт. Зрение хуже стало и становится хуже, да. Скажите, все, походу. К сожалению. Походу, все. Блять, альбом скоро, да. Фига, 10 тысяч человек меня смотрит. Привет, 10 тысяч, 11. Я в шоке. Автотюн хуета, но не совсем хуета, хуета, если многовато его. Блять, прям постарел, постарел, прям вообще старый дядька сидит перед вами. Заебали, блять, молодые. Мне нравится, что ты ходит. Где она, покажись. Ля-ля. Снег, да, окунуться, хорошо. Да Кент уже. Удачи. Блангат уже все почистил. Блангат не чистит уже ничего. Бля, же скажу. Ману! Заканчивай с этим. Заканчивай чистить, все равно снег идет. Я не буду играть сегодня. Тебе просто делать нехуй. Извините. Че ты чистишь-то? Зачем? Я не собираюсь играть, пускай, блядь, снег валит и валит все равно. Тебе просто делать нехуй? Да? А там мы эти поставили лестницу? Сделали лестницу, поставили? Не поставили еще? Ну давай, ладно. Все нормально? Давай. Плохо, мам. Плохо. Алейкум салам. Че я брить, блядь? Живу в деревне. Счастлив ли я? Сейчас не очень. 10 августа, Тбилиси. Это зачем ты сейчас написал? Да, блядь, не пожирнел я только встал. Не выйдет альбом в феврале, точно. Только февраль начался.
Блядь, заебали, стареешь, стареешь. Мне 40 лет так-то почти. Хорошо, я понял. 10 августа, фестиваль Тбилиси. В ЕКБ, ну как Яну позовет, сразу поеду. Блядь, вот вы заебали. Пусцо появилось. Да. В кои-то веки, блядь, пузо появилось наконец. Да чё, ну, чё скажу по эфиру, по Первому каналу? Прошёл эфир я. И прошёл. Новые татухи есть, да, на спине. Много. Блять, новостей много, но такие они. Не очень. Все. Ну, какие-то личные. Говно в основном. $12,000 смотрит, офигеть. Ну, кружка, да, с Даком, а не с Гуфи. Жалко очень, Децела, очень жалко. Пиздец как. Новый трек говно. Окей. Так, ладно, пошел я одеваться, походу, надо ехать в город. Можешь поснимать побольше сторис всяких, а то... Я смотрю, у всех столько сторис, а меня что-то вообще не слышно, не видно. Или в пизду, да, это бабская хуйня какая-то. Все, давайте, люблю всех. Муа!